Самый первый. Библиотека. Библиотека, да. Он, когда нас два дня бомбили. Мы Белого дома, когда мы стояли там. Когда Белый дом брали роты. Мы вторую роту поддерживали огнем. Но тогда нам тоже досталось неплохо. Из окопа практически не вылезали. Да, в батальоне да, наши друзья да, есть погибшие. Кто, например? Но один контрактник, например, наш, Хоменко. Старший сержант Хоменко у нас. Но и с наш первой роты, второй пацан, роты. Этот, как его, Фикса. Фикса. Но. Фокин Виталик. Виталик Фокин. Снайпер. Со второй роты дальше у нас да. Азербаев. Вестов у нас, водитель тоже, погибли во второй роте. Раненых когда очень их... много у нас. Бомбили из гранатометов, в упор расстреливали. Ну, в упор. Когда садились жакеты. Я погиб в крещенские морозы, грязным снегом зажимая рану. Мне приснился голубь на плече, белый, как платок любимой мамы. Я помню бой на пятом этаже и стоптанную пудру площади минутка. Злой дух опять кричит свою молитву на непонятном мне гортанном языке. Опять ночная мгла и первая звезда, глоток воды из почерневшей суджи. Чеченский ветер студит, как гранит, войной мою израненную душу. Сырой рассвет на старых промыслах, умылась кровью группа Северного флота. Братишки, мы с собой прикроем вас. В прорыв уходит питерская рота. Январский страшный день, омоченный в крови. Мы помним подвиг сеющих и славу жнущих. Пехоту флотскую Господь благослови, Россию нашу и народ на ней живущий. А я погиб в крещенские морозы, грязным снегом зажимая рану. Мне приснился голубь на плече, белый, как платок любимой мамы.